Вот такая малинка на 6 октября. Это у меня сорт Heritage. Высота побегов под 2,30-2,50. И размер ягод от большого до мелкого. Плодоносит по-прежнему практически только макушка. И сейчас попробую, как ягоды будут сниматься, как она перенесла морозы. Сейчас у меня 6 октября, среда. Так, съем хороший. Последний раз мы снимали здесь ягоду в субботу. Это уже прошло больше 3 дней. Так, ну пока все хорошо. Пока все отлично. Хочу ягодку одну вот такую спелую попробовать. Прикольно. Даже еще одну. Ну такой как бы полноты сахара, как в сентябре, уже нет. Но она имеет приятный вкус. Реально приятный вкус. Если Эрика такой фреш, больше такой малиновый такой вкус, с кислинкой приятный, то здесь кислоты абсолютно я не чувствую. Ее просто нет. Вот это интересно. При полной зрелости она сладкая даже есть. Так, ну вот такую ветку поработаем. Так, показываю ягоду. Ягода классная. Она блестит. Нет такого матового налета. Скажу, что да, как бы быстро собирать ее, как другие сорта, у меня пока не получается. Ну, пока такой задачи и нет. Так, отлично. Если не спешить, то ягода снимается хорошо. Так, вот на секунду. Это такая веточка небольшая, где-то под 2,30. Сколько еще зеленых ягод остается? Масса. Масса, то есть потенциал урожайности отличный. Так, хорошо. Идем дальше. Так. И у меня от этого сорта, вот я за ним как бы так вплотную наблюдаю лишь первый год, хотя он растет у меня уже года 3, но с этим переездом, как говорится, все не было времени внимательно к нему подойти и посмотреть, как он в моих условиях работает. И вот я скажу так, что у меня одни лишь положительные эмоции, положительные комментарии и вот весьма такое положительное мнение сложится об этом сорте. Вот. Я понимаю тех людей, которые говорят, вот кто-то мне в комментариях написал, что отличный сорт, у меня гектар. Да не вопрос. Вот я смотрю по ягоде, да, вот эту ягоду вообще без проблем продать. Она красивая, она вкусная. Я так понимаю, при нормальном уходе она имеет большой размер. И как я дегустировал ее в сентябре, вот только она имеет окрас как бы такой красный, она уже имеет приятный вкус. Допустим, пусть не такая мега сладкая, но вкус приятный. Если сравнивать с другими сортами, не все сорта могут, скажем, так похвастаться. Да, ну ветер у нас такой серьезный. Пишем мы без микрофона. Все на камеру. Так, отлично. Вот здесь я смотрю, вот эта макушка, да, отработала себя великолепно. То есть вот я провожу, да. Все, везде мы ягоду собрали, продали. То есть это мы заработали. Сорт позволил нам заработать. Вот, и если у человека гектар Heritage, то
как бы особенно, знаете, как рабочий конь борозды там не испортит, да? Вот это так, да, говорится. Вот, то если плантация... Так, хочу вот эту ветку достать. Сейчас попробуем. Если плантация работает, ее гектар, то смысл... Ох, какая красота! Небольшое, да, есть такое подпекание. Но вот полка тоже имеет такое подпекание. Это из-за, скажем, нашего осеннего яркого солнца. Снимаю ягоду всю. Рассыпается она, не рассыпается. Сейчас все продается. То есть как-то отдельно ее сортировать мы не сортируем. Вот, и если сорт работает, то есть человек уже как бы отработал полностью все процессы по этому сорту. Он знает все сроки, как говорится, повадки, да, как его нормировать, как поливать, как кормить. Вот так собираем. То работать с ним можно. Однозначно. И если есть такая возможность, то для дома посадить Heritage вы точно не будете разочарованы. И опять же, я смотрю, что много зеленых ягод еще остается. Это, не могу понять, он либо реально такой поздний, либо это так побег поздно выскочил у меня. Их тут у меня... Ого-го. Ну так ладно. Так, еще одну веточку беру. Так. Так. Хорошая ягода. Красивая. Ее много. Жалко, что в мороз уйдет столько зеленой ягоды. Ну что делаешь? То есть он у меня растет в очень жестких условиях. Первая ягода, которая сорвалась вот с таким стеложем. Растет в жестких условиях, без сюсюканья. Я хочу понять, на что он как бы способный и какие могут с ним сложности быть. Так, ну вот такие ягоды. И вот ролик, да, я пишу без этого. Без склейки, без монтажа. То есть понятно, что вот эти ягоды мне тяжело снимать, кроме последней. Это не проблема. Это абсолютно не проблема. Но я уже учитываю, как дальше мне быть. Так, вот такая ветка. О! Ну, красивая ягода. Вот она на солнце просто вот так переливается. Я представляю ее положить в лоток, как она бомбезно будет смотреться. Чуть-чуть есть такое, что околюченность, но она не проблемная. Так, ягодка снимается хорошо, отлично. 8 минут я как бы думаю, к чему придраться, к этому сорту. Вот такая ягода, она переспевшая. Скидываем. На варенье я не собираю. Так. Окей. То есть, понятное дело, что для всей малины нужно питание. Без питания, без кормления сорт он не покажет своего потенциала, что в нем заложено. Это однозначно. Я могу сказать, что потенциал здесь отличный.